have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, мы с вами в Хейло, тут все увлекательно, красиво, весело, и я подумал, что я хочу еще. Сел, и надо бы... Ах ты ж мелкий. Прикинь? Ой, извини. Мы один упустили. Я думал, там будет только один, но нет, я просто на карту не посмотрел, сейчас мы быстренько на тачке смотаемся. На машине по пустой местности это вообще все будет очень быстро, поэтому просто вернемся, заберем и вернемся обратно. Я решил не сохранять, но сохранение контрольное автоматически прошло, но я вообще даже это... Откуда вы здесь? Я только что все зачистил, я даже из игры не выходил, вы че? Спасибо. А, они сбегаются к этому, к молильному камню этому чертовому. Да успокойся, что. Серьезно, буквально, ну сколько я минут назад тут был? Две. Че там по улучшениям? Как это работает? Почему у меня их... В прошлый раз у меня их было 6, потом... А, что? Что происходит? Было 4, теперь 1. Но 1 остался. Они вместе как-то прока... А, я тут потратил... Я понял, у меня их было 6, и вкачалось все, да? Да, блин, не кряхти мне тут над духом. В общем, оно вкачивает массово, я так понял. А ты кто такой? Чё-то не знаю, ребят, какая чертовщина творится. Ладно, черт с ним. Вкачались и вкачались. Я же говорю, мне интересно, тут эти модули, они раскиданы впри... Тут есть ускоритель. Они раскиданы впритык, чтобы можно было прям тютелька в тютельку все вкачать или... Я на серьезно, ты отъезжаешь от локации? Опять их нужно освобождать. Что происходит, игра? Что за Vice City? Блин, я его убил. Извини. Вообще не хотел. Ну реально, это как Vice City. Такой оглядываешься, и все, что за тебя, исчезает. Тоже здесь. Туда съездил, там появились мобы. Сюда съездил, тут появились мобы. Я ему успел без щита напихать, пока он это... Просто пока ты на тачке, геймплей примерно press X to win. И это типа такая аркадная составляющая, это весело. А, и не вся игра такая, а вот просто ездишь и разносишься.
Я все еще не готов к этим лезвиям. Я поздравляю, что... Не забирай мою машину, дурак. О, знаете, что можно сделать? А где? Ну, пофиг. Я тут где-то видел... Или это не здесь было? Да, давайте, давайте, стреляйте по ним. А, вот, я все-таки здесь видел. Ребят! Мне нужен водила, быстренько. Ну, кто-нибудь сядьте за руль! За руль сядь, говорю! Ну вы же в первой части это делали. Ой, бесполезные. Давайте, ребят, все, раздавайте им, я сейчас вернусь с машиной. Я их подставил, конечно, но это такое. Ау, врезался. Эта штука скоро вот, прям вот-вот уже... Фиг ли вы вылезли-то из тачки? Я не знаю, в первой части это работало, мне это нравилось. Я подходил, просто садился за турельку, и меня возили по кругу, черт, мне хоть не прилипло. Меня возили по кругу, я их разносил, это было весело. Здесь это убрали, эту механику. Что мне так не везет с лифтами, а? До свидания, неудачники. Наша встреча была ошибкой. До свидания. То есть предполагалось, что я могу прийти отсюда. Сейчас. Так, поэтому стрелять уже поздно, да? Let's go! О, а что это такое? Это мне надо. Это я заберу. Звоночки, звоночки, слушаем. Хочу снять эту турель, чтобы никто за нее не сел, потому что у них же хватит мозгов. Причем то, что турелью может управлять даже вот такой мелкий утырок. А нафиг вы подлазите под машину? Чё-то я это все зря делаю, да? Погоди, а что это такое вообще?
Просто красная лампочка. Ну вот смотри, ну смотри, ну и что мне с вами делать? Свалите отсюда. Ребята. Да фиг ли ты по мне гасишь-то? Грена прилет... Блин, тут элитов напихали. Просто до задницы. Ты ж понимаешь, что ты там своих взрываешь, да? Дураки. Да, NPC-шки здесь, ну, полнейшее дурачье, ничего с ними не сделаешь. Бочка, которую я взорвал там 354 года назад, она до сих пор взрывается, он такой, ты пытаешься меня убить? Наверное, это была бы хорошая идея. Все, мы договорились. Где? Ладно. До того, как сработает блокировка. Ладно. Ну то, что они вернутся, да. Мне как бы пофиг. Ладно, после третьей вышки ко мне все-таки придут эти гамадрилы, убивцы, или чё, или где? Last one. And cue the lockdown. Можешь, пожалуйста, не пускать Шавуху в эфир, он достал. Его нет, круто. Almost. All set. Let's get back to the Pelican. We did it. Repeated message across all banished frequencies. The first part is Hand of Atriox. And then what? Deploy. Chief, where are you? Hold position. We're on our way. I'm sorry, Chief. I can't stay. I've lost his signal. If the Spartan killers find him... That won't happen. How can you be sure? Because they'll need to go through me first. Вот, короче, вот этот поинт спартанца на другой стороне, куда я, наверное, не доберусь при всем своем желании. Видите? Я даже практически вижу отсюда. То есть, эти, ну, грубо говоря, континенты, они отделены друг от друга, и тут никак не допрыгнуть. Я нахожусь максимально близко, но я туда не дотянусь. Ладно, на это пофиг, потому что у нас есть костюмчик здесь и поинт здесь. За ними сейчас и пойдем. Если я когда-то вернусь обратно, то заберу и тот поинт тоже. Исходя из того, что я его найду, конечно. Но я думаю, что смогу найти. С
Spider-Man, Spider-Man does whatever Spider can. Почему? Оно прям где-то здесь? Под нами, что? А, вот оно. Новый костюмасик забрали. Что у нас вообще тут? А, вышки все. Костюмы. У нас еще это, 4 документа не найдено и 2 поинта. 2 поинта. Окей, один здесь. Мы его сейчас заберем. И опять же, один где-то нычится. Да-да-да. Вот эти все слова, я никогда не терял надежды. Уи-ха! Ой, а там занято. Оу. Вот так я еще раньше не делал, по-моему. У некоторых как бы яростный вопль от электрошока, а у некоторых трусливый, или как они там это пишут. Да, сбиваешь ему щит. Прям в лицо прилетает. А где это открыть? Погоди. Тут? Иди сюда. Скажи мне это в лицо, пожалуйста. И... Ну вот, надо сказать, ну вот, пожалуй, и все. Ты прикинь, какая-то штука пытается по мне стрелять. Тогда у меня вопрос. Отдайте мне еще один модуль. Он здесь. Если вы отдадите мне его быстро, я обещаю, что убью вас быстро. Так, погодите. Их тут... их тут 6. Все, это был последний. Ну, тогда ладно. Нам туда. Мы разобрались. Каждый раз, когда пользуюсь вот этой штукой, мне хочется напевать Spider-Man, потому что, ну, здесь, в этой игре, управление крюком сделано лучше, чем в игре про чертового Spider-Man, серьезно. Chief, we've got, well, a lot. See that chopper? I guess that's one of the Spartan killers. And there's the other one. Up there, in the wreckage. Все, я тебя понял. А можно вот этим? Два раза. Ты
Чувак обещает мне сделать hard reset. Минус один. Это сраное подкрепление сейчас будет, да? I think you made him mad. Reinforcements inbound. Знаете, куда можете это реинфорсмент себе засунуть, да? Блин, мне тут не хватает маневренной машинки. Ну что, одного мы грохнули, да? О, он отвлекается на этих. Так. Да, это твой конец, чувак, поздравляю. Там снайперы, мне это вот вообще не нравится. Потому что... Читерские снайперы. 'Блин, это дрыстающая пушка, ёлки-палки. Серьезно, бесит. Причем у него-то патроны не заканчиваются, если что. Постой там. Где снайперы? Как ты угадал, что смерть тебе пришла? Вон они. Тварь. Черт! Валим, 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 валим. Там второй снайпер. Я его видел. Ну, надо избавляться от снайперов, потому что... Уйди отсюда. Уйди отсюда. Он один на один, он вообще ничего не стоит. Это реально просто кусок развалины. Это он в компании тут такой крутой, все дела. А сейчас... Я думаю, что тебя не видел. Я тебя видел, тварь. А чё ты от меня убегаешь? Чё? Да, блин, вообще. Блин, там еще и тачка. Echo 216. Nothing. But I think I can. Yes. Comms are still offline, but I was able to activate his tracking beacon remotely. He's out in the open.
The UNSC ship graveyard. I hope he's okay. Он пошел искать модуль для прыжка. Сколько там метров? Вообще ни о чем. Надо подзарядиться как-нибудь, ну ладно. Здесь. Привет. Animals. Chief, my eyes didn't deceive me back there. We need to go. Надо. Three UNSC condors. Seeing one is rare. Finding three? It's a miracle. I should have known better. Torn apart. Completely gutted. Sleep space drives obliterated. We don't have the time. Over there's another. Shattered and cratered over a kilometer. And there. The last one. All of it. Да. Crushed. Broken. Beaten. Useless. Enough. When? When is it enough, Chief? When we're in there? Because that's where I belong. In there. With them. Истеричка, прекрати. Worthless junk. Not this. I'm not you. Так никто тебя и не просит бегать и зачищать все это, чувак. Ты просто летаешь. I'm not a pilot. I'm not even a soldier, a marine. I'm a fraud. I stole that pelican. I stole it. You know why? Of course you don't. Have you ever been scared? So scared that you... Там что-то летит сверху. I'm worthless. You should leave me here with the rest of the garbage. We all fail. We all make mistakes. It's what makes us human. I'm sorry, Chief, but how have you ever failed? I should have protected Cortana. Stopped everything from going wrong. Было такое. I failed her. I will not fail you. Chief. Wait. We're going to make it. We have to. This is all I've got. It's all we need. Our only way home is straight through the heart of the banished. We need you. Давай, соберись, чувак. We can fix this. Together. Of course we can. So, what's the plan? Let me guess. It's dangerous and it's probably going to get us killed. Угадал. I have my answer. Let's do this. Куда мы теперь? С этим местом просто явно покончено. И вот эти два ласпета, вы хотите мне сказать, убили сколько? 4-5 спартанцев? There's something here helping him, connected to this installation. Соображает. It's remarkably vulnerable, but highly intelligent. Is it a weakness? Something to exploit? We will see.
The Reformation is controlled from this spire. It must be protected. Done. Atriox believed you to be valuable. Prove him correct. When the Endless are found, and when you have your ring, then you will never question my worth, and I will never question your judgment. The scent grows stronger. Save your strength. I need something of you, old friend. Anything. Bring me the Master Chief. Alive. Живым. Если это будет босс, который будет пытаться нас убить, тогда я не знаю. Нет, на самом деле, мне пока все очень нравится. Прям игра затягивает, она интересная. И за счет того, что игра интересная, хорошая, персонажи хорошие. Так, сколько у нас осталось областей? Вот это вот маленькая область, на которой будет происходить пока что только охота. Я не знаю, что будет еще. Но я туда по-другому никак попасть не могу. Эту область мы зачистили. Эту зачистили. Осталось вот... А, наша основная ведет теперь туда. Осталось раз. Раз, два, три. Я не знаю, если это будет считаться. Грубо говоря, 4. Я могу отсюда убраться не в область задания. Я бы просто хотел попасть на те острова, где мы еще не были. Six hours, maybe seven? It's been... eventful. 6 months on my own. Surviving. Barely. Seems like a dream now. This, on the other hand, mostly... feels like a nightmare. Mostly. Chief? Are you okay? What you said back there about Cortana? You let her down? I don't understand. Your mission was to... destroy her. But you didn't. What happened? Halsey initialized you. I was supposed to deploy you. And you did, right? Yes. So what happened? Atriox came for you. He attacked the Infinity. We fought. He won. He won? Atriox beat me. Surgically. Precisely. Brutally. Next thing I remember, I was being woken up in this Pelican. Do you want to know who killed her? You need to know. Да. She was important to you. Да. Very important. Угу. She's... Сменил тему. This ring. It's not like the others. There's something else here. And that's why I'm still here? Угу. Second spire coming up. Where do I drop you off? Close. Close it is. Другого ответа и не ожидали, да? Wow! Look at the spire. It's so new, evolved, different. Not like the last one. And you're sure this is the one?
Погодите, вот это одна территория, это не две территории, я понял. То есть вот у нас остров. Возможно ли, что и здесь я мог как-то пройти? Прикиньте, а иначе бы оно мне, наверное, не подсветило бы вот эту охоту, если бы... этот остров тоже не отдельная территория. Хотя мне казалось, что... Нет, я же попал... Нет, я пытался туда попасть. Это не получалось. Ладно. Тогда... Предлагаю... А мы тут заперты, нам к мосту идти. Мы тут заперты. Давайте дойдем до моста, может быть его разложат, и тогда мы сможем... Да успокойся ты, пулька, это оно мне тут. Вот этим элитом синим, им снимаешь щит. Можно просто поехать на них сразу. А можно снять щит и... Оказалось, проще так. Он уклонился. Все? Видимо, да. Мне вот этот мост открыть как-то надо. Иначе я никак не попаду на другую сторону. Я понял. Валим туда. Прям последние серии у нас были такие сюжетно-сюжетные. А сейчас под конец серии можно немножечко побродить. Взломай эту штуку. Is there a problem? I don't think so. Okay, there might be a problem. Something, and I think we know who. Has modified the sequencing needed to access the spires. Да. Really, it be? Seems higher. Согласен. Okay. Plan B. Открой мне мост. Those beacons are part of a ring-wide communications network. They can adapt to any frequency, any purpose. It's quite incredible, really. Get me inside, and I should be able to use the pulse to reconstruct a pure version of the sequence. Ты все-таки разложила мост, молодец. I'm making this up as I go along. Сколько маяков? You see that, Chief? What are they? Banshees. О, вот. Это, наверное, не очень хорошо. Может, мне дадут полетать? Дайте мне полетать на одну из них, пожалуйста. Прыгнул без щита, дурачок. Yes, more. Черт. Что? Как у меня боеприпасы закончились? Вы вообще нормальные? А меня моя же гренка, кстати, убила. Офигеть, у меня на револьвере боеприпасы закончились. Я вообще такого не ожидал. Говорят, кирпичи не летают. Ага. А, у меня на нем три патрона.
Стой, 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 это так не делается. You see that, chief? What are they? Banshees. Да ну такое себе оружие. Я могу их как-то перестрелять? Два раза себе. Блин, вот же кинетическое оружие, я мог зарядиться, а револьвер я уже не подберу. Хотя... А, не, в нем оставалось три патрона, значит, его все-таки... Сейчас, 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 погодите, ребят. Чувак, ты же понимаешь, что если я по тебе постреляю, тебе будет хуже. Не, этим их не сбить, я понял. Пофиг, валим туда. Может попробовать захватить одну из них, кстати? Нет, нет, чел, отстань от меня. Вставай, чувак, вставай. Я могу захватить банши, блин. Иди сюда. Вот сейчас мы поговорим. Блин, такого я не ожидал. Что у меня будет летный геймплей здесь. Дурачина. Погодите, черт с ними, с этими уродами. Блин, они тут везде, но не в том дело. А, я могу... Теперь передвигаться. Сколько до туда? 3 километра, давайте посмотрим. Я понял. What was your purpose? Purpose? Job. I worked in engineering. Civilian contractor. Well, volunteer. I just wanted to help, but I couldn't even do that. It's over now. Once I heard. Блин, она меня собьет. I knew we'd lost. I had to run. I had to. I found this pelican and just went. I'm sorry. I never looked back. Эту штукой очень тяжело управлять. Она, по-моему, до конца не останавливается. You don't know how good that feels. Я в него врезаюсь, еще и стреляю. Его сбили.
По крайней мере, успел с элитом разобраться. Я сейчас уберу эту штуку. Ну, в смысле, значок. You dare raise a weapon against me, human? Not so tough now. Хорошо. Значит, мы можем здесь летать официально. А фиг ли ты прятался? Из электрики его поджарили. Все, это решает очень многие наши проблемы. То, что мы можем летать. Может быть, я смогу даже вызывать себе эту штуку. Это было бы круто. Тогда, получается, я смогу собрать вообще все, что я когда-то хотел или не мог собрать. Блин, вот это реально становится весело. Так. Пока он щит не поднял, достаточно одного хедшота, серьезно. Они увидели труп. Элитников нужно убивать, когда они не видят. Надо освободить вот эту базу, тогда у нас будет доступ к транспорту, доступ к оружию и всякое такое. Минус. Минус. Потрачу тут всю снайпу. Сниму их насколько смогу больше. Интересно, что вот это такое? Блин, он успевает поднять щит, если ты начинаешь целиться. Нужно стрелять и сразу же, то есть... Ты мертвый? Мертвый. Спасибо, что выдал себя. Там где-то элитник, вон он. Я его вижу. Знаете что? Ну-ка. Да, это полностью показывает мне. Вот запись включу и начнем их убивать. Да блин, уроды, сколько вас там? Тебя тут не хватало. Все? Есть. Зарядиться бы, на самом деле. Можно было машину взять. О, зарядка там. Проскользил, блин, думаю, сейчас набрал скорость, такой щик, заеду туда, ага. А, ракетница. Ракетница, это очень хорошо. Что я могу... А, я еще не захватил. Сейчас я захвачу, посмотрим, что я могу отсюда делать. Итак, база Лима.
just up the road from the second spire, too. From here, you can really appreciate the sheer scale of it. The technological superiority of the Forerunners. Mm-hmm. I know you're used to vistas like this one, but I bet it still takes your breath away. Just a little. Последовательность. Захватите базу, чтобы видеть ближайшие ориентиры. A new fob, huh? Let me know if you need support. Так, могу взять мангуста, вепря, скорпион, кстати, я могу взять осу. Есть. То есть я могу взять, по сути, летучий транспорт. Минуточку. Я хочу навестить вот этих вот наших ребят. На вот этом вот. Отойти всем. Если бы еще на пути у меня не стоял бы, было бы вообще хорошо. Так вот, ребят, мы там немножко не договорили, мне кажется. Есть такое ощущение. Понял? Ага, вот. Я могу попасть на территорию. А, тут больше никого нет? Я вообще-то надеялся. Так, сюда попасть не могу. Погоди. Что это такое? Случайный модуль спартанца. А, да, кстати, мне же их должны были как-то отметить. Да, один здесь. Тут костюмчик у нас недалеко. Все, моя твоя понимать. Это... Маяк, восстанови последовательность подачи в каждом из четырех маяков, чтобы получить доступ к командному шпилю. Отсюда, я так понимаю, да? Многоэтапное задание. То есть, сюда я, получается, сейчас вообще никак не попаду. Сходим за костюмчиком, пока он тут недалеко. Я так понимаю, что, в принципе, раз у нас теперь появилась летная техника, и мы ее прям можем заказывать... Я не уверен, что хочу прилетать на задание на летной технике, потому что, ну, по крайней мере, тем крылолетом, который у меня был, им было довольно тяжело управлять, потому что он не может зависать в воздухе. Может быть, наша техника может зависать в воздухе, потому что, как бы, есть наша техника и вражеская. Посмотрим, как это все будет. Где чертов костюм? Вы мне сказали, что он тут. Я пришел. Ребят, хорош. Так а где тут? Под землей, что ли, где-то? Ну тут даже подземного нифига нет. Ну вы чё? Неужели я настолько не вижу? Давайте я выше заберусь. Что мне это даст?
Но я реально не вижу тут ни шкафчика, ничего, где это все... Может, оно прям реально настолько-настолько под землей, что в каком-то прям бездне? Ладно. Тогда дайте мне, пожалуйста, вот этот модуль спартанца. Пойдем туда. Я же не хочу... О, туда прям высоко забираться, да? Ого. А не проще ли мне будет взять вертолет? Заодно протестим его. Как это все будет выглядеть и на нем долететь до модуля спартанца. Поехал, блин, на Скорпионе повоевать, ага. Это вроде все денег не стоит, он просто их откуда-то притаскивает. Бросил так. А как лететь выше? Should we start hunting down those beacons, or did you have something else in mind? А как выше? Погоди. Понял. И это вертолет. Кстати, им проще управлять, чем ихней штукой вот этой. Можно просто зависнуть. И расфигарить всю базу. И они тебе ничего не сделают. Контрол это вниз. А где тут, позвольте спросить, поинт спартанца? А, вот он. Наверное. Зеленый светится. Не, погодите. Тут пулемет. Да ну что за обман? Мне обещали здесь. Не здесь. А тут есть небольшие проблемы с картой. Но оно показывает не прямо на это место, а на предварительную точку. Это я понимаю, да, но... Типа, если оно показывает сюда, но здесь этого нет, значит, оно, скорее всего, под землей. Может, тут есть какие-то подземные входы? Погодите, сейчас облетим, посмотрим. Обычно скан обнаруживает. Кстати. О, а там что? Я, кажется, начинаю понимать. Что происходит? Модуль спартанца-то, наверное, здесь. А не там. Угу. Вот он. Наверное, с костюмом творится то же самое. Там нужно будет просто полетать вокруг и посмотреть. Хорошо. Забрали. Есть. А тут уже трупы, кстати, валяются. Я их не убивал. Это не я. Предлагаю сделать тогда еще одну маленькую штуку. У нас практически закончилась серия. 4. А их стали прям так много давать, этих модулей.
За один поинт их стали давать по 3, по 4. У нас уже практически все прокачано, ну, на максимум. А мы сейчас здесь. Давайте тогда полетим и захватим вот эту вот тоже базу. Просто посмотреть, как это все будет выглядеть с вертолета. Насколько легко нам это удастся или насколько нелегко это будет. Сейчас просто полетим, посмотрим. Тут лететь совсем немножечко. Тогда получается, после этой серии за кадром я немного почищу карту. Полетаю в старые, дальние, далекие, забытые места. Ух ты ж, ё! Серьёзно? А я уже дымлюсь, если чё. Знаешь, в чем прикол? Ой, тут комары вот эти! А куда банши делась? Это странно. Какой-то такой... А, это место к шпилю. Мне вообще не надо было его трогать, да? Нет, банши здесь, все нормально. Иди сюда. Иди сюда. Панаго, Малик, Саркар, and me. That's the last. For an assassination op? Decided by drawing straws. No, Griffin. We need you here to reverie. Все, забираю банши. Ну потому что их просто кик отсюда. Она не умеет зависать. Вот в чем проблема. Наш вертолет умеет зависать, а эта штука не умеет. То есть, в самом деле, надо делать заходы. Просто взяла и взорвалась. Я смогу вернуться за своей вертушкой сейчас? Она же вроде на этом острове. Хоть она и повреждена, но я с ней могу еще неплохо так пострелять. Мне нужен был... Что, блин? Мне нужно было просто банши снять, чтобы... Он меня в воздухе не колупал особо. Ясно, понятно, не получилось. Не срослось. Так, там этот толстый снайпер. Они даже видят... Ну, нет, это логично, что они видят, когда я перезаряжаюсь. Добежал чуток. Так, дружище, о, запись. Блин, меня убьют. Убьют, не надо, не надо меня убивать, я хороший.
Ross. Got to get the captain into the hangar bay. Can you help? Что ты сделал? The hangars are falling with Ben. Can we clear them out? Ой, тут была такая штука. Жаль, я ее раньше не нашел. Все. Так, снайпу надо заправить, кстати. Собираем. Capture complete, Chief. For most of the war, this was about as deep in banished territory as the UNSC could reach. Can you imagine what it was like trying to protect this fob from the banished? So many lives sacrificed. Модуль, костюмчик. 2 кила, которые можно сделать, базу, которую можно захватить. 3 кила, которые можно сделать. Так, тут нужно захватить еще 1, 2, 3. Тогда мы откроем всю карту. Ладно, ребят, тогда все. На этом будем заканчивать. Я немножко позачищаю территорию. К следующей серии карта будет уже выглядеть немножко по-другому. К тому же полетаю по старым местам, где у нас еще оставались вещи, которые надо подобрать. В общем-то, пока что все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.